Продакшн представляє фільм Матвія Чернишова «Східний танець». Оператор Микола Сидорук. Сценарист Настя Омельянова. Звукорежисер Тетяна Ганженко. Натхнення. Пошук. Завдання. Робота. Поставить тебе обязательно, не плачь, чего ты? Все хорошо, сейчас станем, выучим с тобой, будешь танцевать. Ну не плачь, чего ты плачешь? Так, все, успокаивайся. Сейчас вон девочки подойдут, и тебя поставят еще раз, и все получится. Эмоции.
девчонки, какой у нас новый танец «Восток»? Вообще, вообще класс. Вот такой. Мне интересно, какие будут костюмы, наверное, вообще яркие должны быть. Я хочу быть павлином, будет круто, да? Ты большой, а я же на большой хвост, это классно. Вика, Вика, что случилось? Ты больше расстраиваешься. Вика, ты не расстраиваешься. Что, красавица такое? Вика, ты что до сих пор еще воешь? Так, а ну прекращай. У нас еще репетиция не одна будет, так что мы еще... Да. Все будет хорошо. Да. Отрепетируем и будешь танцевать. Так что все, не переживай. Вот видишь, ты переживаешь. Будешь у нас женой султана. Фантазии. Девчонки, я уже жду, не дождусь следующей репетиции. Да, вообще очень интересно. Мне интересно, маленькие танцевать будут? Я думаю, да. Если у нас султан маленький, то и девочки маленькие должны быть. Наверное, я тоже так думаю. А интересно, у маленьких будут костюмы какие, разноцветные или одинаковые? Интересно, какие у нас у девочек будут, открытые или закрытые? Открытые, конечно. Обычно в рубашках. Откройся. Покажем, зачем нам классика и настоящая. Премьера.